Эти буржуи совсем ошалели. Настало время для форточника. Всем привет, друзья! Вы на канале Gobster Play. Мы продолжаем серию познавательных видео по игре Escape from Tarkov. Данное видео несет информационный характер. На волне хайпа по LDX'ам. Если вы не знали, разработчики ввели спаун LDX'ов в некоторых комнатах санатория. Я решил проверить свой метод форточника на некоторых комнатах. Я смог попасть в комнаты 301 западного крыла, 226 восточного крыла. Ну и плюс вдобавок, путем экспериментов, я понял, что возможно попасть в комнату 328, или подсобка восточного крыла. Это квестовая комната, если кто не знал, и ключ стоит дорого. А также 306 комната восточного крыла, тоже по квесту, если не ошибаюсь, миротворца. Там еще находятся компьютеры и генератор на балконе. Это видео не является призывом к действию, не нужно следовать там, моему примеру и так далее. Это просто информационное видео. Плюс ко всему, если вы все-таки захотите попробовать, нужно запастись гризли, либо шинами, ремноборами, потому что падать вы будете много. Идите в ПВЕ и тренируйтесь. Сейчас я нахожусь в восточном крыле санатория, я покажу вам, как попасть в комнату 226, в которой спавнится ладыксы, без ключа. Выходим на балкон, прыгаем на перила. И мы в комнате. Тут должны спавниться ладыксы на этих стеллажах. Ну и тут полезный лут на видеокарты и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы спуститься, придется прыгать вниз. Ребят, мы находимся на восточном крыле санатория. Я покажу вам, как попасть в 328 комнату или подсобку данного корпуса. Ориентиром будет служить крайний выступ. Ну, собственно, мы в подсобке. Способ очень простой. Единственное, что нужно сделать, это нажать спринт, а потом клавишу присесть, чтобы он сделал подкат. Ребят, мы находимся на восточном корпусе санатория. И покажу вам, как попасть в комнату 306 без ключа. Прыгаем на этот уступ, разбегаемся, подкат. И мы в комнате 306. Квестовая комната. Плюс тут есть компьютеры. И насколько мне известно, спавнятся ладыксы. Но я их еще ни разу не находил. Единственная проблема, для спуска придется падать и ломать ноги. Так что я рекомендую всегда носить с собой шины, либо ремкомплекты. Так, ребят, мы находимся на западном крыле санатория. Я покажу вам, как попасть в комнату 301 без ключа. Ориентиром будет служить вот этот выступ. Следует прыгнуть на него и проследовать комнату. Все, ничего сложного абсолютно. Здесь спавнится LDX, насколько я знаю. И вот на этих местах там идет термоскоп и дрель. Чтобы спуститься, нужно запрыгнуть на парапет и спрыгнуть вниз. Если вам нравится данный формат видео, поддерживайте его лайком. Также не забывайте подписываться на канал, заходите к нам в группу в Дискорде и ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.